Новый дом. Так, вроде здесь парковка, да? Вот парковка. Что за... Хорошо. Тебе нужно как-то правильно припарковаться. Еще новый сосед. Да, правда, вы... Я водительские права не получал, но все, живет моя машина. Итак, так, осмотрим мою комнату. Да но! Что, дверь открыта? А где тут свет? Ё-моё! Это новый сосед получается? Тут светло. Ты можешь ещё найти все слова. Какого хрена? Так. Спасибо. Да ну. Так, заряжу-ка я арбалет на всякий случай. Еще, наверное, новый сосед. Да, реально новый сосед. Какой тут второй этаж, только я еще ничего не вижу. Можно пойти поспать что-то. Свете уже все тумило, а тут очень темно. Ладно, на свежую голову завтра все думаю. Не могу найти. Что с этим сделать? Главное, чтобы в мои дела не влез. Так, дверь заперта. Заперта. Итак. Фух, снова сели. Тортик поем. Ой. Вот как тут окно показывается. Не, не голодный кого-то. Обнесло всем свою кожу. Как хорошо, однако. Так, там у меня на крыше никто не бегает. Случайно так в окно. Думаю, никто не залез еще. Пока я его не задела. Это что там сосед делает? О, сосед есть. Я очень поздравил. Познакомлюсь. Походу, он не заметил. Ладно. Посижу на диване. Да кто там стучит? Да блин! Сосед! Ты! Зась, я ваш новый сосед, я хочу с вами познакомиться. Хочется мне познакомиться с арбалетом моим? Не хочешь познакомиться? Нет? Нет. Ну ты иди отсюда с миром. Свет. Ты еще здесь? Да, я тут живу. Ой. Мусор не купал. Театр. Мусор не купал. Нужно было вызвать помощь. Какую нахрен помощь, когда мусор не купал? Сам поднимешь! Что? Ладно, сделаю ничего, не слышу. Водичка. Так. Какой-то странный сосед. Вроде работает, не знаю. Надо проверить. Лучше посмотреть, что он какой-то очень странный. Так, никого здесь нет. Люди, никого, никто за мной не следит. Так, пойду. Я так понимаю, это спортивный город. Да что-то туго идет. Ох! Сосед, вам помочь? Нажался. Уйди отсюда! Вам помочь? Уйди отсюда! Да, я тут живу вообще-то. Это ненадолго! Козел. Это вообще-то обидно было. Так, ну, вроде работает все. Так, пойду зарядочку сделаю. Раз, два, три, отжался. Раз, два, три, раз, два, три, три, два, один, два, три, два, три, три. Закрыть это. Блин, назад туго идет, а что ж такое? Да, смотри, вам что помочь надо. Тут что-то не поможет. Главное, чтобы он не замечал. Yeah.
Так, была не была. Какой неудобный. Так, залезу тут. Что в холодильнике надо подогреть мясо? Грейся. Фу, сбежал. Фу. Может, это поспеть что-то? Покушаю. Фу, хорошо. Прям прилив сил. Что? Шкаф был закрыт. Сосед! Что? Не хотите булочки или печеньки? Нет? А ты по морде не хочешь-то, ворон? Ты что я сделал? Молотком по башке не хочешь? Нет, ну что я сделал? Лопатой по спине получить не хочешь? Дробовиком выстрел в глаз не хочешь? Ты что я сделал? Ты в моем шкафу прятался! В каком шкафу? Вы о чем? Боже, какой-то ненормальный сосед. Закрыл дверь на всякий случай. Идиотка, однако. Ладно, он же тут ненадолго у меня жить будет. Я его закопаю, как прошлого соседа Стива, у себя в подвале. Но он так и не узнал, что мне подавали. Правда, чуть-чуть видел через щелку гроба, как я его закапывал. Ладно. Смотрит на меня в окно, на мой дом. Таблички. Значит, я не до конца проснулся. На мусорке есть помидор. Я сейчас аж чихну, возможно. Ой, боже, тут, наверное, давно никто не убирался. Всему помидору. Пойдет он в рожу помидору и получит. О! Сосед, промазал. Это ваше, по-моему. Что? Ну вот. Ну что? Ну, отдай. Ну вот. Дай. Сзади вас. Не подходи ко мне. Не подходи к моему дому. Я тут застрял. Не подходи к моей территории. Вот это дорога. Ну тогда пошел вон. Что, откуда? Отсюда. Ну, если не хочу. Если не хочешь, сейчас за арбалет. У меня есть арбалет, познакомимся. У меня есть лопата. Поворачивайся жопой. Чё смотришь на меня? Не хочу тут кричать, собака. Ничего, я ещё вернусь. Промазал. С ружья. Точнее будет. Что-то меня сегодня руки шатают. Гнилое мясо прям подложу ему под дверь. Черт, промазал! Что вы стреляете? Я полицию сейчас вызову. Полицию вызовет. А тебе полиция не поможет. Все полиции знают, кто я. Дурак какой-то, наверное, все в больницы сбежали. Спи
больницы сбежал. Идиот. Идиот ты, мальчик! Ты это об этом знал? Уж лучше, чем вы. То есть ты знал лучше, что ты идиот? Я знал лучше, что идиот это вы. Хорошо, будешь сегодня окна мыть. Помидоры в окно получил. И так тебе и надо, придурок мелкий. Ну, хотя не такой уж и мелкий. Но где ты его рожу видел, кстати? На тебя гнилую плоть, чтобы знал. О, сосед, у тебя открыто! Не приближайтесь ко мне. Это что? Это подарок. А, блин. Гнилое ваше мясо, блин. Не буду я вообще брать. Иди сюда. Получи по башке! Все, закрыл двери. Не троните меня. Фух. Больно было так. Если лучше дверь засыпать. Ему засыплю, я ему так засыплю. Так, доски вроде держатся. Вроде держатся. Надо зарядить рубля. Что он прыгает там? Хочешь, чтобы я не выстрелил? На тебе. Да за что? За все, за все, соседушка. За все! Фух, закрыл. Фух, какой-то ненормальный. Смою воду. Борщица съем. Тарелочка сюда. Вот тут места нет. Тут у меня вообще тарелки не лежат. А тут вот лежат. Куда я тут? Ну, пусть тут будет. Что-то по телеку у нас показывают. Чуть крышка телека упала. Оп! Надо его починить немножко. Так, оп, включил. Говно! Нахрен выключу. Рузик. Еще куда вы от меня? Цветочек завел. Ты насрать! Пойду в туалет схожу. Умоюсь. Оп. 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 Хорошо. А где у нас кто-то? Так. Пойду-ка я. Пойду-ка я. Посплю. Пойду.
Здесь дебил не придёт ко мне домой. Голова это где? Пойду проверю кладовую. Не открылась ли она? Нет, закрыта. Хорошо. Надеюсь, никто ко мне ночью в дом не лазил. И на втором этаже не лазил. Потому что у меня там окно разбито. Надо новое поставить. Какие-то шаги. Сосед! Я знал, что ты придешь, голубчик! Иди сюда! Иди сюда! Блин, стреляй! Нормально. Ненормальный? Ты кого ненормальным назвал, щенок? Так, закрыто ли у тебя? Закрыл. Теперь так точно. Ничего, сейчас я тебе замок добью. На! На, получи по двери! На! Оп, сосед, теперь у тебя открыто. Солененько, да, классный там у тебя дом тут. Да, соседушка? Ладно, пойду отсюда. Еще ничего интересного нет у тебя дома. Черт, я не закрыл дверь за собой. Куда за этим дебилом гнался? Он был тут. Значит, что у него там в подвале. Ну да. Спрятаться еще где-нибудь, напугать соседушку. Нужно поменять замок. Вот, у меня есть запасной как раз. Да. Все, поставил новый. Съезжу-ка я. Посмотрю, что в городе новенького. Поехал. Хорошо, моя ласточка еще едет отлично даже. Так, ну же, как он уехал. Ну же, 100%. Смотрите. Что и где? Так, поворачивай, ласточка моя. Так, это какой-то подвал. Она-то пока что не едет. Чуть-чуть носит. Машинка-то старенькая, это у меня уже. Это хрень. Оп! Давай, поворачивай. В почках. Оп! Молоко, кстати. Надо бы своровать у него молоко. Это ржавого цвета, немного обездоровлено, чё. Это пофиг, тут проедусь. Так, домик. Старый домик. Это кому нужен вообще? Не буду в нём жить теперь. Тому в этом... мусорники помойники нам. Вот я и приехал, вернулся. Хотя можно съездить, проверить два других моих дома. Что-то сегодня машин нету. Так, первый мой домик. Ну, в нормальном состоянии. Так, разрынулся, поехал. Почему я говорю вслух все свои действия? Так, немного берет за нос.
Надеюсь, сосед не у меня в доме бегает, потому что мне сейчас придется очень срочно поехать домой. Ну тут все в порядке. Нужно бежать. Ладно, пора возвращаться домой. Как выбежать, как выбежать? Бежать, 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 бежать. С открытым окошком классно так ехать. Прям свежий воздухом можно подышать даже. У меня есть всех два ключа целых. Ключ от подвала и ключ от кладовой. И прячу его где-то тут. Радио не работает, как всегда. Надо починить. Оп. Заворачиваю. Забор надо снести вообще. Так. Твою бабушку! Дверь открыта! Сосед здесь был. Он ходил по всему моему дому. Черт! Я его убью! Убью! Ключ? Нет ключа! Не открыто. Ключ сарая. Ключ сарая. Так, это дебил, это не раскопал. Отлично. Так, так этого. Это еще закрыто все. Так, ключ сарая лежит. Ладно. Ладно, спокойно, спокойствие, только спокойствие. Так, я закрывал эту дверь или нет? Ладно. Хорошо. Схожу на кухню. Поем курочки. Так. Нет, там курочки. Нет, там какой-то хруст. Это что? Получи от крыши. Это мне тоже обязательно понадобится. Пойду тебе приятно. Вообще, хватит курицу жрать. Время проверить дома. На наличие соседа. Все закрыл. Так, сосед. Надо проверить бы и сарай. Или надо бы проверить сарай. Кто его знает, как правильно говорить. Мне, надеюсь, это кажется или нет? Идиот. Ну, я ему задам шару. Да видит он ко мне. Ладно, посмотрю телевизор. Так, мне нужно взять все свои ключи. Мне нужно снова срочно взять все свои ключи. Что-то я тут засиделся как-то. Где там сосед? Мне нужно разгадать. Хотя, что мне мешает еще посмотреть телевизор? Мне кажется, сосед ничего не делает, отвлекать. Так, иду. Многие спрашивают, в чем секрет моей прически. Пришло время ответить. Шампунь Жумайсен. Да не было, ничего не делал. Скажи прически
Кузьмин корбить були синба. Включить детскую. Так, вроде сюда не было. Так, мне нужно ее открыть. Прилягу, посплю. Немножко подремаю. От крыши. Или посплю. Или подремаю. Да, лучше подремаю, вдруг еще этот припрется. Припрун. Идиот. Тупоголовый. Какой ненавижу вообще. Что там за шум? Фух, было не было. А? Что там за шум? Доски падают! Чёрт! Подвал. Открыть! Сосед! Школа. Ах ты скотина! На! Убью! Уничтожу! Куда пошел? Куда пошел? В шкаф посмотреть, не? А? Куда? Не тот шкаф! Куда пошел? Туда нельзя! Идиот! Ты должен... Раз уж... Что ты толкаешься, дебил? Да... Что мне как стекло? Что со мной происходит? Ты скотина! Я тебя догоню! Иди! Туда! Понятно. Привет, сосед! Никуда ты больше не выйдешь! Нет. Так, стеклышко возьму. Что ж, познакомься с моим другом. Вот он. Привет. Твоя цель это этот черт. Черт. Ты его убил. Ну ничего. С тобой сделаю то же самое. Выходи отсюда. Привет! Иди сюда! Сюда иди! Бью тебя! На по башке! Ай! Ну иди сюда. Я тебя закрою в одной из камер. На! Иди сюда. Теперь закроем тебя там. Куда ты пошел?
Там тебе не место. Где же ты? Фонарь вообще-то спинзит у меня. Как же я давно здесь не ходил. Может, ты здесь? Нет, ты не здесь. Паутина. Кто там хлопает шкафом? Эх ты ж сосед! Вали отсюда! Ты не должен был этого увидеть. Сюда пошел. Сюда пошел. Сюда пошел. Шкаф. Ты уже видел надпись? Значит, он не нашел. Оп! Сосед! Ой. Черт! Да. Иди сюда! Иди сюда! Иди! Что? Мне показалось? Чёрт! Этого не может быть! Он выбрался! Уходи отсюда, ты что, бессмертный! Я тебя тут закрою, как своего сына! Да! Я закрыл тут своего сына! Чтобы никто не узнал, что он убил мою дочь, свою сестру, скинул с крыши. Ну, я теперь просто обязан убить тебя. Что за... Чёрт! Он еще не выбрался из подвала. Я его найду, найду, найду. Так, где? Так, Стив... У тебя было не такое телосложение, ты был побольше. Он выбрался! И Стив выбрался, и мой сын выбрался. Что сегодня за день? Ну ладно, надо убить соседа. Ах, паутина. Извиняюсь, Роджер, я не туда зашел. Сосед, на по башке! А! Чёртова паутина! Иди сюда, я тебя закопаю! Закопаю! На, лопатой! Пошёл отсюда! Ай. Тебя найду! Куда? Уходи отсюда, пока я тебя не убил и не закопал на заднем дворе. А знаешь, кто у меня на заднем дворе был закопан? Ну, заходи, заходи, познакомься. Давай, давай, давай. Карантинная зона закрыть. Что, сосед? Иди туда, давай. Иди. Я открою. Откроешь, и мы оба умрем. Это машина для убийств. Я его подобрал еще в яйце, он был. Заходи туда!
Давай! Можешь его покормить, в принципе. Черт, стекло попал. Хорошо, что стекло бронированное. Пока, сосед! Не трогай! Убегай отсюда, сосед! Ты не выберешься отсюда, правда ведь? Правда? Давай, вылезай отсюда! Я тебе предупреждал, сосед! Откроешь, и ты умрешь! Но тебе повезло, он всего лишь тебя поцарапал! Иди сюда! Ну, сосед! Ну, сосед, из-за тебя мой сын выбрался! Я обязан тебя убить! Иди сюда! Я сломаю тебе дверь! Давай, убегай на второй этаж! Убегай! На, помоги! Ничего не видно! Ты, наверное, на втором этаже. Свет? Какая-то стена замурована. Ладно. Сосед! А ты знал, что у тебя дома замурованная стенка есть на втором этаже? Дед! Сосед! А, так ты не закрылся? Где же? Что там за шепот? Что за? Все это тебе, потому что я скоро узнаю, что он прячет в отвале. И что я скоро умру. Степ, ты был не так прост, как я думал. Сосед, думал, у тебя есть деньги на окно? Сосед! Где же ты, сосед? Где ты? Где? Я тебя убью! О, привет! Привет, сосед! На! А! Куда поехал? Надо скорее его догнать. Давай, едь, колымага. Куда ты уехал? Вон ты! Ну ты мою машину поцарапал! Я тебя убью! На тебе бочину! За тебя мне придется новую машину покупать. Иди сюда. Куда ты уезжаешь? Ну, разоседушка, ты что, струсил? Нет, не надо ломаться. Прошу тебя, не надо ломаться. Нет! Черт, заводись! Ну! Черт! Говно! Бежал. Ладно, я тебя еще достану. Надо ее так немного сюда отъехать. Пусть она будет в кустах. Фух.
Коснится же такое. Блин, все это детство, блин, сосед. Ладно. Переехать в старый дом. Ладно. Пойдем.